Ну, сейчас это сложно, конечно, в принципе, находить время для, для чтения, потому что есть очень много так называемых пожирателей времени, да, социальные сети, там, интернет, то есть в частности. Поэтому обычно те вещи, которые нужны мне для, для понимания моей вот области, да, специализации, то есть я стараюсь читать в течение дня, то есть когда мой интеллектуальный, что ли, когнитивный, да, потенциал вот, может быть использован максимально. То есть я стараюсь планировать. И тут я следую правилу одного из своих друзей, знакомых, который сказал, нужно читать много, но немногое. То есть нужно читать очень важные вещи. Что касается развития такого общего, то я обычно читаю вечером литературу, ну то есть я имею в виду художественную литературу, какие-то вещи, которые мне интересны, я обычно читаю, ну, незадолго до сна. То есть когда я отдыхаю и не нужно особо напрягаться. Вот, вот так вот.